Порою хочу что-то в людях найти. До последнего верить стараюсь, как ценитель, который стоит у картины, разгадать ее тайну пытаясь. Свет погашен давно, и уж залы пусты. Виден лишь силуэт человека, что, склонясь в тишине, изучает холсты, разбирая их до молекул. Вот красивый портрет, что его так пленит. Героиня бледная, печальна. Ему хочется знать, о чем говорит ее взгляд, прикрытый вуалью. Сколько тайн он хранит, трудно мне описать. Может выйти, что жизни не хватит, только ради того, чтобы их разгадать, он ее без сомнения потратит.